Oddworld. Делом. Привет. Follow me. В оригинале как было, насколько я помню? Зажимаешь, по-моему, L2 или R2. Не помню, что-то из этих двух кнопок. И нажимаешь, ну, X, кружок, треугольник, квадрат. А тут просто вверх, Делом. Право, Follow me. Вниз. Wait. И влево. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Всем ОЯ. Oh, yeah. Это... Oh, yeah. Follow me. Wait. Oh, yeah. Oh, yeah. Что это такое? Что... Oh, yeah. Алая. Что это такое? Я не помню такого. Так, а РТ? Понятно. Да что вы поменяли-то, и пук, и смех? Ну фу, блять, фу. Йоу-йоу-йоу-йоу. Все сломали, сука, все сломали. Ну ладно, что поделать. Давай начнем. Сложность. Не просто, но честно, как задумано природой, ничего слишком сложного на контрольной точке потребуется. Для игроков, которые предпочитают любоваться пейзажем, они уклоняются от пуль и зубов. Это что? Это приятно. Нет, средний. Сложный не это. Не-не-не. Не-не-не. Follow me. Вот у тебя follow me. А у меня диска не было с игрой, я у друга брал, а у него был Oddworld 1.2, и там немецкая версия была. Ты, когда, ты представляешь немецкую версию второго Oddworld? Представь себе теперь это, когда он это бегал. Форгене, Арбайтен. Пиздец было. Это мистер Скелетон. Бегущий по лезвию. Вчера как раз про него говорили. Мне понравилось. Ну, опять-таки, на любителя фильм. Да вот я и говорю, что нормально. Форгинье, я это прям помню. Проходи, не задерживайся. Форгинье. Так, ладно. А чё, кстати, все на русском-то? Я же мультификатор не гоняю. Они заставки будут на русском? Ладно, окей. Yep. Нет. Один. Кооперативный? В смысле кооперативный. По очереди. Ну, это было. Окей. Европейская версия, немецкий регион. А какая разница? Если... Разговаривали-то они по-немецки. Понятно, что это пал. Немецкий. Ладно. О-о-о-о! Че вибрация-то включилась? Алло, слышь, не надо. А можно выключить? Краса, что? Перебор речи. Бросить? Кого бросить? Зачем? Показать здоровье. Что? У меня нет таких кнопок. Что это за... Ладно, окей. Окей. А что там было в центре написано? Я что-то проебал момент. Ну ладно. Ой, там, блядь, за моей головой значок оригинальный. Это мясокомбинат Рэпчо Фарм. Говорят, это крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие. Когда-то я здесь работал. На самом деле, я, конечно, был рабом, как и все остальные.
Это я. Меня зовут Эйб. Я был работником года. А теперь я обречен. Я перешел дорогу самому злобному боссу в мире. Глюкану Молоку. Молокуну. Как там его, блять? В одночасье моя жизнь перевернулась. Однажды я заработался допоздна на мясокомбинате. Работник месяца, блять. Сука, раб работник месяца. Мы делали закуски из мичей. Но пока они не были пока они не кончились. Зато мы производим пироги из пирамидов. Вкусняха, блять. И какие-то классные пироженки из крабов. Я думал, у меня отличная работа, пока не узнал. Из чего мы будем делать вкуснейшую новинку? Музон оригинальный. Правда, оказалась очень горькой. Глюкены были в ужасе, ведь прибыль падала. Карамиты из краба вымирали. Но Молока был отличный план. Этот новый вид мяса? Это были мы. Ту-ту-тум. Сейчас камера, да? Ту-ту-тум. Ту-ту-тум. Я прям помню. Мне пришлось бежать. И я хотел на свободу. Тогда я даже не знал о своем предназначении. Да? Заберите меня отсюда! $299! Ты чё, охуела игра, блять? 200, сука, 99? А что случилось с сотней? 299. Ебануться. Вы чё, блять, охуели, что ли? 299, обосраться. Подожди секунду. Можно я вибрацию отключу? Мне что-то некомфортно немножко. Так. Прицел мышкой? Что, блядь? Что, 299? 299 чуваков надо спасти. В целом. Насколько я знаю эту игру, то есть, чтобы получить концовку, нужно собрать хотя бы половину. Больше половины. То есть, примерно 150 человек нужно спасти, блядь. Да я понял, да, это отдельный котел, все дела. Так, насколько все плохо-то? Блять, это что, мина? Так, Икс. Да тихо, нахуй идешь. Что это? Ты что, ты, блядь, за мной гонишь? Ты убьешь меня? Насколько я помню. Стой. Как это делается? Да как, блядь, это делается-то? Да там секретка, ёб твою мать. А, это ты не тут? Как? О. Чика помнит, Чика помнит. Не хидрить.
Ты можешь просто ходить? Потому что ты все время бегаешь, блядь. Как? Вот. Ага. Ага. Обосраться. Что сделал? Я сохранился? Или что это было? Подожди, ну-ка убей меня. Не совсем понял, ну да ладно. Здорово. Так, да не ты. А чё ты всех-то? Мне, блять, как сложно-то, подожди. Он со всеми сразу. Чё мне, еба. Ты чё, псина? Неплохо начали. Неплохо. Блях, как с ними сложно управляться-то, алё. Еще кое-что сделать, мне что-то не особо нравится. А, звук. Громкость речи, громкость эффектов чуть пониже. Вот так. Это же оно, да? Так, наверное, получше. Пацаны! Приесть! Я не знаю, что это такое. Так, Чего, блядь, происходит-то, ёб твою мать, пацаны? Вы ебанаты? Честно признайтесь. Это что за пиздец? Сука. Они верхние-то чё побежали? Я и вот этого не понял. Я же их не просил. Я же верхних-то не просил бежать. Отстань. I don't wanna. Что-то меня полечило, что ли? А насколько работает быстрое сохранение? Очень интересно. Мне бы сейчас не помешал бы экскурс еще один раз. Вверх-вправо. Вверх-вправо. А, всем! А, я влево нажал, а это типа они все сразу стали. Вверх-вправо. Эй! Давай сюда. Вправо. Вот это они сделали охуенно. Вот это я уже сразу прям вижу, что они сделали это хорошо. Кстати, меня нормально слышно? Там не сильно игра громко, а то может чуть убавить. Вот так вот я разговариваю. Мне кажется, убавить чуть-чуть надо.
общую громкость сейчас я херану. Вот так. Во, вот так вот лучше даже. А не, летучих мышей оставили. То есть, смотри, если я их распугаю, они назад возвращаются. А в оригинале такого не было. То есть вот это уже, вот им плюс. Спасибо, ребят. Кто бы там ни делал ремейк, вот с этим он явно молодец. Дай-ка я не знаю, работает здесь быстрое сохранение или нет. Но я проверить. Так, ну походу. Так, как там? Кружок. А чё ты так медленно, слышь? Бля, ты... А чё он так медленно кувыркался-то? Что-то странное здесь быстрое сохранение, если честно. А загрузить игру? Загрузить быстрое сохранение. Ну-ка. Да. Работает? Работает? Ты можешь вправо прыгнуть? Спасибо. Только вот что мне не нравится теперь. Каждый раз загружаться. Подожди, тут есть какая-то кнопка особая? Сейчас, подождите, я хочу понять. Блядь, это кожа, что ли, висит тут у вас? Ну, алло. Прыжок в сторону. Схема клавиатуры. Есть тут? F5, F8. F5, F8. Ты работаешь? Что-то не работает. И алло. Я сейчас не понял момента. Я же слышь. Я же, ну, нажал. F5 быстрое сохранение. F8 загрузится. Ну я же нажал. Че не так-то? F8. Алло. Перебить. Попробовать. Да, я его перебить. Извините, что мы сейчас страдаем хуйней, но лучше это сейчас сделать, чем потом. Так, быстрое сохранение. Нет, быстрая загрузка. Поставлю вот сюда. Не загружает, не помню. Ну-ка, подожди. Загрузить. Загрузить быстрое сохранение. Да. Допустим, я сейчас нажму F5. А почему не работает? Потому что я на джойстике играю. Это потому что я зеленый. Давай я еще и это поставлю тогда. Сохранение. Так, пускай пойдет тебе. Пойдет тебе так. Темная ночь. Быстрое сохранение есть. А быстрая загрузка? Кто-нибудь видит? Я что-то не вижу.
Следующая страница была. Где? Я не увидел. Какая следующая страница? А, о, что-то есть. Что-то я тут ни хера не вижу. То есть быстрое сохранение есть на джойстике, но быстрого загрузки нет. Вот они угарнули. А какой смысл тогда? Что за глупость? Почему я на клаве-то не могу это делать? Ну ладно. Так. А чё? В смысле? Что у тебя за... Это... Вот... Вот эта скорость твоя? Это твоя скорость, да? Вот это. Вот это. Охуеть. Охуеть. Просто ты охуенен. Это его скорость при... Кворке. Охуенно. Охуенно его. Куда? Так, вверх, вправо. Ну, короче, я сейчас пока на клаве поиграю, но если... Если что, я перейду. Ой, в смысле на джойстике. Если что, я перейду на клаву потом. Сейчас не хочу. Так, ладно, ты. Главное, что сохранение есть, хули. А там... Похер. А там похер. Бля, как он... Они сами спрыгивают. Они сами спрыгивают. Мне кажется, разработчики этой игры четко знали, что в игре не хватало, какие у нее были проблемы. И как это все можно починить. Они прям знали, что нужно убрать. Так, вот с тобой осталось. А как бы мне тебя... Я ж не перепрыгнул, правильно? Я ж дурак, что я так делаю, да? Так, подожди. Хуба! Это было стрёмно. Ну, правда, не хватает какой-то кнопки быстрой загрузки. На джойстике. Я бы сделал на стик, на правый, на какой-нибудь. Но я туда точно нажимать не буду в этой игре. Или буду. Они сделали бесконечные камни? Серьезно? Прикинь. Или буду. Давай попробуем. Бля, у него там рубильник.
У меня там рубильник. Я бы его как-нибудь нажать бы, но... Пока вариантов, как это сделать, я ничего не вижу. И пробежать я там не могу, потому что, ну, он бегает как аутист. Да это я знаю. Бляха, как. Пацан, я что-то тебя не могу спасти. У тебя какая-то хуйня там. Два дебила. Да не, ну серьезно. Он не допрыгивает просто-напросто. А туда я не могу. Что-то я делаю не то. Да ладно, там по-русски написано «закрыто»? Там по-русски написано «закрыто»? Я на самом деле хотел узнать, что этот рычаг делает. Там по-русски написано «закрыто»? Лол. Да, покидываю. Не, серьезно, я хотел узнать, что это за рубильник. Но я туда пробежать не могу. Ну ладно. Ну ладно. Ты ж играл в нее. Ну как бы она выглядит сейчас по-другому. Наркоманы, блядь. Сука. Неравномерно как-то я из-за музыки плохо слышу, что они говорят. Мне так не хочется. Ты же из-за музыки? Да, во. Упс! Что это? Ага, окей. Hello. А на X. На X в двери входить? Алло, ты чё? И братиш! Молчать, товарищам по цеху.
Че за смех у тебя дебильный, дурак? Ну-кась. Я в восторге. Спасибо. Спасибо, разработчики. Спасибо большое, блядь. Прям респект и уважуха. Прям... Без слов нет, ну серьезно. Просто, ну, раньше здесь были просто какие-то картинки непонятные. Ничего не объясняющие толком. Либо какая-то информация, которая тебе нахер не нужна. А сейчас я вижу, что здесь... Где рабы? Находятся. Проще стало. Ну-кась, как там было? А, это так не работает, да? Или работает? Ты что там кидаешь-то, блядь? Жалование, что ли, свое? Секретка, что ли? Да я в натуре смотрю. Секретка? Вот это я сейчас выжил. Эпично было. Как брать? Сейчас я разберусь. Маме! I don't wanna. Это был не я. Как? На какую-то кнопку раньше можно было брать? А, ты просто мимо проходишь. Они засыпают сами собой? Что, блять? Что? Cook it to perfection. Открытое достижение. Наркоман. Товарища убил и спать лег. Somebody parts, farts over here? Что? Кто-то пукнул здесь? Чё, блядь? Пацаны! Валим! Ура! Урашки-урашки! 17 человек спасли уже. Мы молодцы. Большие молодцы. Больше нет проходов никаких? Да вроде нет. Так.
Я сейчас откидаю все. И 5 бомб возьму себе. Подожди, стой, смотри. Ты угораешь, игра? Серьезно? Ты охуеть. Они сделали, что не надо садиться. Просто не надо садиться и брать. Пробегаешь мимо. И просто предмет берется. Охуеть, я скажу. Ну, само собой, она должна быть. Ёп! Ты дурак? Ты дурак? Я к кнопкам еще не привык, хуй ты делаешь. Короче, кнопка бросить. Если ты ее нажимаешь, он просто бросает бомбу. Просто бросает ее. Ты что, ебанутый? Не надо так делать. Это не надо нажимать. Насколько мне кажется. Что это за звуки? Проверю. Ну-ка проверю. Где? А если я туда щиману? А там секретка. Гениально, блять. Гениально, нахуй. Это был лучший. И меня убирать начали. Нормальная тема. Передерживать не надо. Окей. Это я кого сейчас убил? Лови. Не, блядь, молодец какой. Чё там? Кто там? Ага. Окей. Мне что-то пока непривычно. На правый аналог кидать. Блять, ну почему они вот этого не убрали? Сделали на отдельную кнопку. Что-то, блин, прям нравится вот, а что-то нет. Хорош, 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 красавчик, красавчик. Так, пацаны. В смысле? О, нормально. Пацаны все собрались, смотри, нихуя. Давайте. Уи, до свидания. Там еще ниже ничего нет, надеюсь. Да, заткнись, нахуй. Я не помню, раньше была кнопка отдельная за прыжок с места. Чё вот это такое? Что это такое? И еще одно гениальное нововведение. Если бомба взрывается вдалеке, тебя не задевает. Спасибо. Я тоже, знаешь, я на треугольник нажимаю. Нет, раньше просто на треугольник прыгал. Вот в чем вся штука. Чего ты там бубнишь, не бубни? Может, тут была какая-то кнопка управления? Кнопка для бега. Пожалуйста.
Кнопка прыжок в сторону. А как? Есть тут такое? Прыжок в сторону. Или мне надо сначала включить? И вообще, мне было бы в идеале кнопка для бега, потому что он все время бегает, мне это немного бесит. Прыжок в сторону. Ну-ка. Появилось что-то? Показать здоровье? Зачем? Так, по-моему, тут ничего не добавилось, если мне кажется. Почему кнопка не назначается после того, как я сказал? Да, мне нужно это. Во! Сейчас, дай. Во! А вот теперь логично все. Вот теперь как должно было быть в оригинале. То есть я нажимаю кнопку, он прыгает. Если я нажимаю вверх, то он прыгает вверх. А какая кнопка для бега? Так, это... Убей меня, спасибо. А какая кнопка для бега-то? Work all day. Какая кнопка для бега-то? Какая кнопка для бега-то, алло? Не, ну это кувыркаться. Нет, это не то тоже. А как бегать-то теперь? То есть... вот теперь нормально. Только что-то у меня постоянно вверх нажимается. Здорово, пьянь. Спасибо. Это был тест. Ты его не прошел. Вопрос на миллион. А где был спуск? И мне засчитать, что я его прошел? Да, вроде засчитали. Во, вот теперь норм. Да, но прыжок был на треугольник, я помню. На Б. Может, на X? А чё Б написано? Бред. Блять, пацаны, валить. А еще ниже можешь? Не можешь. Окей. А где была эта штука? Я хочу посмотреть. Еще раз. Так, стоп. Ну просто мало ли я кого-то там упустил. Блять, нахуй, на тебе. Там люк. Спасибо, игра, что сохранила меня. Там люк. Смотри. Хорош. Люк нашел секретный. Еба, привет. Так, а чё? Что-то чувствую, если я сейчас кнопку нажму, те, которые... Так, стоп. Го за мной.
Да ну, почему ты прыгаешь теперь все время? Я случайно нажимаю, походу. Да хорош. Стой здесь. Ро. Да ну беги. Стоять. Ну, само собой, я же сказал, что 299 работников нужно спасти, а в оригинале это было сотка только. Чё это делает? Я понял тебя, игра. Нет! Ты еблан, что ли, блять? Не было в оригинале 300, вы чем? Вы о чем вообще? Какие 300? 100 человек. Ну, может, чуть больше, не помню. Я помню, что я собирал где-то 60 или 70. И у меня концовка нормальная была. Кто там издает эти звуки? Заебали, блять. Ты можешь чуть поближе подойти, ну? Ты дурак? Спасибо! Так, стоп. Бля, пацаны. Пацаны, жестко сейчас будет. Побежали. Мясорубка! Сука. Давай, давай. Ваше здоровье. Я же говорю, сотка там. Ну, сотка там. Конечно, здесь меньше. В смысле, больше. Кажется, что больше. Так. Все вроде. Так, стоп. Делай так. Чекпоинт. У тебя нет в списке? Разве? Так, на этом этаже вроде всех спасли. Ну, кроме, может быть, вон тех двух точек, на которых ямы. Я туда ходил? В обе точки ходил? Да вот и прыгать. Ну вон одна внизу, да, правильно? Мы в нее ходили, правильно, 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 правильно. Вот это, ходили, да? Все уже мертвы. Чё-то, по-моему, от него кусок какой-то отвалился, блядь. Что это такое? Я не понял, что это такое до сих пор. Так, давай, бомбы. Ты что, ты звук какой странный издаешь? Спускаться не хочешь, что ли? Так, где мои летучки-то?
А, надо просто вверх подняться, что ли? О. Да ладно. Сюда падали. Тоже, наверное, да? Да хорош. Да, сюда тоже падали. Я не хочу просто особо пропускать кого-то. Как это... Вспоминая, опять-таки, лысый нянька. В тот вечер ни один маленький кролик не был доставлен на поле боя. Или, как, или про кого он там рассказывал, я не помню. Сорян. Бежит, куда глаза глядят, дольше смотришь на хуй сорок, чё, блядь? Скажи привет и пообщайся с мудаконами. Мадаконы. Как минимум. То есть... Подожди, чё? Макудоны? С каких пор? Чё? Чё-то, блядь, сейчас вообще меня сломалось, по-моему, в мозге. Макудоны? Я слышал, чтобы их мудаконы называли. Макудоны? Чё-то новенькое для меня. Ну ладно. Здорово, пацаны! Здорово! Так. Здесь все. В следующем коридоре есть какой-то подземный проход. Ну, судя по карте, по крайней мере. А я-то пройду? Нет, я не пройду. А кто пройдет? Как мы пройдем дальше? Ну, здесь такой, смотри, какое-то стекло, что ли? Видишь, какой-то странный эффект справа, где свет вот. Как, знаешь, это грязное стекло. Через него смотришь. Не хочу бомбу тратить, ничего не знаю. А чё, я, надо было умереть просто, да? Ну чё, пёс? Давай. What's that? Как ты говоришь, what's up? Yo, what up? Yo, look out, airplane. Да, нормально. Будто пообщались. Ска. Ага. Пацаны. Эро. Вот это гениально. Сделать кнопку. Сделать, сука, кнопку, чтобы просто нажать и всех позвать. А не как раньше. Ой. Как же это тупо было. Каждого. Каждого нужно было.
Туман? Что за туман? Что это такое? Меня там не увидят? Ты смотри, я там прячусь. А? Ты смотри! А? Извиняй, чувак, я случайно. Подожди. Блять, в смысле? Все, убивай меня нахуй. Че ты, блять? Да ты попасть даже не можешь, клоун ебаный. Привет, Монквен. До этого додумались уже, да, во второй части. Блять. Да что ты не докидываешь-то? Help, mommy! Close encounter of... Чё? Sneak King? Что это, блядь? Так, а это выходной, это для меня. Ладно, вообще. Да ну падай. Так, все живы-то хоть. А то сейчас выяснится, что я кого-то убил случайно. Так, да, пацаны. Ну-ка сюда. Все сюда. А у меня бомбы кончились. Так, стоять. За мной. Становитесь, девки, в ряд. О, все, все, ждите здесь. Все, сейчас вернусь. Сейчас это, Моисей вернется. Подожди. Там что, еще ниже, что ли, проход? Или что это? Я не понял. Ха! Не убьешь? Блять, теперь у меня, короче, привычка, то, что он постоянно бегать должен. Я ничего не нажимать не должен здесь. Но все не так. Хоба! Сюда. Уходим. До свидания. Всех спас? Надеюсь. А вроде всех. Валим. Привет, Феанор, кстати. Я что-то пропустил тебя? Или не пропустил? Но есть подозрение, что пропустил. Привет, Феанор. Так, валим. Здесь сделали. Тут что? Тут у нас такая же хрень. Да, такая же. Абсолютно такая же. Только, блядь, умираешь. Только, блядь, умираешь. Чего ты, блядь, не дури. Дух плоти жареных был не похож на сладкий аромат любимых лапокс. Кто-то сидит? А нахуй мне от него убегать? Ты смотри, сидит кто-то. Не! Джеронима! В натуре. Ха-ха-ха.
вообще, блядь, сама невидимка просто, ну. Сама невидимка просто. Стелс-мастер. Стелс-мастер собственной персоны. What's happening? Нах. Так, стоит ли спрашивать, что это за рубильник, который, скорее всего, опустит платформу? Добежать я на него вряд ли смогу. Здорово. Эм. Стой здесь. Здесь наверняка кто-нибудь в тумане прячется. Какая-нибудь сволочь. А? Прячешься? О, я тебе говорю, прячется. Стелсеры сраные. Никого. Здорово. Эйм. Вообще этим обычно занимаются, когда проходит игру. Ну, я такой, знаешь, я хочу сейчас этим заниматься. Чё происходит? Чё ты у меня? Чё с тобой? Чё ты не видишь? Никого. Нет? Угу, понятно, я понял вас, пацаны. Уходим. Ну, их можно было заставить работать. Просто сказать, арбайтен. Ну, я на немецком играл. О. И они пошли работать. I free! I free! Нехороший звук. Так, пацаны. Здесь там никого лишнего не позвал. А то еще прибежит какой-нибудь. Блин, как же хорошо, что не надо долго ждать и долго чант это делать, чтобы появилась эта хрень. Как ее? Квартал, чтобы их выгнать. Ну, в смысле, не выгнать, чтобы их освободить. Что такое? Ведь такие места все незнакомы. Вроде бы я их видел, я вроде бы проходил игру. Они такие прям не, какие-то незнакомые. Чё пишут сверху? Чтобы прыгнуть на более высокий уступ, разбегитесь и нажмите А. Затем снова А, чтобы подтянуться. Чё? Мне кажется, или он с прыжком бегает быстрее? По-моему, мне не кажется. Такое было ради? Ну ладно. Не-не-не, все хорош, все хорош, это не я. Все-все-все-все-все. Мами, хелп, блин, вот это вот точек гениально. Мами, хелп. Оу, закрыто. Ворк-ворк-ворк. Ага. Нооо! Так, ну и чего теперь? Деки, вот этот ручай проверю. Он, наверное, остановит это, да?
Навсегда остановится? А что там вздыхаешь, что? Давай, беги. Да нет, что? Мне жалко, что ли? Для своих-то, ну. Тихо. Не уйди. Ничего тут нету. Со всеми жалобами обращайтесь в ближайшую мясорубку. Окей. Хорошо. Вот это я помню. Только было три. В ближайшую мясорубку. Окей, окей. 57 уже спасли. Что это за лифт? Так, подожди, стой. Дай-ка сохранюсь. А где было? Тут где-нибудь было слева? Нет, влево не вариант их вести. Короче, давай вправо я их поведу. Но поведу потом. Что это за звуки такие? Тут храпит. Тут храпит? Если продолжишь так спасать, то игра скоро кончится. Нет. Нет. Это камень был гигантский, по-моему. Иди-ка, пожалуйста. Вот здесь сядь, будь другом. Не хочу просто так вот тратить их. Просто каждый на счету. Будет. Так. И это тупик. Тут на ЗУЛАГ 2, насколько я помню. Или на 1. Сорян. Чё, сорян, извиняй. Блин, это, конечно, они упростили немножко. То, что, ну, умираешь ты не с первого выстрела. Это прям, конечно, они сильно упростили. Ну, чё поделать. Так, вы тут? Окей, стой здесь. Ты. Го. Mark of the Ninja... Нет, не проходил. Мне не нравится стелс игры. Бегом, бегом, бегом! Так, а слева там больше никого не было? Мало ли. Проверю, на всякий случай. Никого? Не, все норм. Ты че побежал-то, дурачок, что ли, блять, алло. Так, стоп, нет. Загрузить быстрое сохранение, да. А я где вообще? Давай, на счет три. Раз, два, три, все, побежали. Очень странный счет у меня. Давайте покидва. Так, путь открыт, но там тупик, насколько я помню. Ну, может, здесь что-то изменили, я не знаю. Да не особо это было фиаско, я же сохранился.
Хера тут они творят. Добрый вечер. А ты чё тут? Вот и тупик, ёпты. Я бы сюда чисто не пошел бы, только потому что я знаю, что здесь тупик и ничего нет. Но я решил проверить. И тут внезапно кого-то спасать пришлось. Охереть. Помню игру, блин. Но когда это все в 2D, это не так. Это вообще не так. Просто здесь вот из-за этих бочек и как бы подсказки есть еще дополнительно на панелях, что там есть секретные проходы. Где я вот сейчас спасал дохерища народу. Просто обычно так происходит, что ты уходишь отсюда, с этого завода, и как бы... Человек 50-60 ты точно не спасаешь. А здесь как-то, знаешь, в 3D немножко видно, что там проходы какие-то есть. Так, ну он на лифт, наверное, да? Насколько я понимаю. 63 человек спасли. Ну, наверняка кто-нибудь погибнет, какая-то часть. Я больше чем уверен, потому что, ну, я вряд ли всех спасу. Потому что, ну, во-первых, для меня это новая игра. Ну, в плане, тут добавили что-то, я вряд ли я сейчас найду прям все. Куда едем? Но, по-моему, когда я проходил на стрим, что-то собрал я 80 с чем-то человек из 100. Ну, то есть я пропустил только тех, которые были в секретках. Сейчас сколько будет, я понятия не имею. Оу. Оу. Что-то новенькое. Кто-то спит. Что справа? Категорически запрещено складывать мясо в штаны. Сука, ты. Ай-яй-яй тебе. Ай-яй-яй тебе, енот. Утаскивать мясо. Ну ты что? Примите участие в спонсорских испытаниях пехотных мин. Подсказки хороши. Прям четкие. Новинка Слигареты яд. Вот это серьезно. Вот такого не было. А это место я помню. Сейчас сработает сигналка, по-моему. Или он просто встанет и побежит. Нет, не сегодня. Ну ладно. А чё я, подожди. Ты дурак, что ли, какой? А чё, можно так издалека? Тутают! Я всё думал, как это будет работать. И это очень странно работает, если честно. Я никого там... Там ничего не было. Это тупик был. Что? Мукадоны, которые что-то проникли в какой-то... Проникнут в какой-то отдел... Не окр, будут застрелены, а затем привлечены к суду, блять. Что? Ой, бля. Ну, у создателей с юмором все в порядке, хочу сказать. Не. А тут было мудакона? Там было мудакона написано? По-моему, я это зря сделал сейчас.
Есть подозрение, что я зря это сделал. Ну-ка, подожди, дай проверим. Ну-ка. Дай проверим на всякий случай. Сегодня в буфете грыжа с бобами и ядерные глазные капли. Поздравляем с досрочным выходом на пенсию Вилдум. Это заслуженный отдых. Запрещается складывать мясо в штаны. Окей. Это мы уже видели. Мудаконы. То есть у них в субтитрах ошибка была. Внезапно. Внезапно заметили. Я вот не помню. Так, а... А, тут так, да? Он хватается за веревку. Тут есть секретка где-то. Помнится. Ты можешь отпуститься в любой момент, или как? Ого. Чувак проснулся. Не берет до него. Давай ты ляжешь. Сколько у меня мин? Одна. Херово. Сохраниться или прыгнуть? Сохраниться или прыгнуть? Прыгнуть! Нет. Подожди. Вот эта кнопка. Блять, ну ты в смысле серьезно, что ли, блять? Ладно. Тут, короче, надо выбежать и сразу... А, за чеку, да, окей. Пип-пип. А это если я нажму, по-моему, я упаду вниз, да? Не понял. Да ну в смысле? Убей меня. Как Макс Браун перед полководец. Загрузить. Что это за игра? Ты Tilda World, не знаю еще. Воу, да ладно, вот это нихуя себе получилось сейчас. Куда ты, куда ты? Горит. Мне это там зарплату не заплатили еще. Работаю весь день с ночи напролет. Еще зарплату не платят. Сука. Какую, блядь, зарплату? Вы что, рабы, нет? Впервые вижу годноту у стримера. Стример стримит говно. Зачем его смотреть, действительно? Ау. Еще не подожди, стой, подожди, подожди. Чего? Я не помню сейчас. Хм.
А чё это делает? Я ничего не понимаю, что это делает. Ну, по логике вещей, это должно лифт призвать, наверное, нет? Ох, блядь, бегом, бегом, бегом! Ты живой? Серьезно, блядь? Как ты, блядь, выжил? Терри, кинь бомбу нахуй. Сколько? 5. А раньше была одна. Террас. Стриблер, давай Майнкрафт. Да ну не. Не сегодня. Почему он выжил? Серьезно, он не должен был выжить-то. Ху, блядь! Не дури! Зачем ты так сделал? Не, доту не хочу. Майнкрафт можно. Ну ладно. Undertaker? Чё, блядь? Это игра такая? Undertaker? Так, что-то он проснулся. Давай-ка ты не будешь просыпаться. Если ты сбежишь, все работники этой смены погибнут. О, как, понял, да? Ну, у нас вариантов-то нет особо. Труба. Не? Не сегодня? Он не в чан упал, интересно. Это какая-то новая заставка. Такое не было в оригинале. Скотный двор. Ха. Ха. А можно? А, тут и... Чё, в смысле? Тут обычного сохранения нету? Обычного сохранения нету, но есть быстрое сохранение. Нихуя себе. Террас. Идите нахуй. Хм. О. Давайте перерыв здесь сделаем. Небольшой. Чувство, чувствую, здесь будет какой-то адок легкий. Ты мне, блядь, вот это не балуй. Перерыв.